люди прежде всего души, а не тела. Эта ныне полузабытая истина очень хорошо известна древним. Они знали, кто живет духовно, тот практически не болеет, и старость не приносит одряхления. А все потому, что чистое сбалансированное сознание гармонизирует тело, не дает болезни просочиться во внутренние органы человека. Для защиты людей от недугов в ведической Индии использовалась аюрведа, что в переводе значит «наука жизни». Она учит человека жить правильно, питаться здоровой едой, изменять свое отношение к миру. И когда человек осознал себя и принял решение быть здоровым, первым его шагом должно быть очищение организма от шлаков и токсинов. Именно для этого нужна панчакарма. Панчакарма, как сказать, это омоложение тела, продолжение жизни твою, и ты был как быть здоровым. Вот это есть сущность именно панчакармы. Она выравнивается, когда выравнивает все пяти стихии, то получается болезни начинают уходить. Ну, допустим, скажу, например, смотрите, горная вода. Когда она вот таким путем идет, то получается сильная волна. А когда она течет ровная, то нету никаких волны, нету никаких наводнений не дается. И также на самом деле мы начинаем, когда выравнивается это все пяти стихии, начинается болезнь уходить. И ты себя чувствуешь именно здоровыми. Панчакарма в переводе с санскрита так и расшифровывается. Панча 5 – карма действия. То есть 5 действий на пути к здоровью. В реальности это 5 последовательных процедур, которые проходит пациент, чтобы курс панчакармы был полным. Лечение в аюрведе совсем не похоже на визит к доктору, каким мы его знаем в западной культуре. Скорее, это смахивает на посещение спа-салона. Начинается панчакарма с промасливания. Первая процедура, это называется промасливание. По аюрведическим текстам это называется авьянга. Мы, люди, мы с пациентом, мы промасливаем. Это для чего? Потому что успокоение нервной системы. Если я нервничаю, я не успокоил никого, как я буду лечить дальше? Это поэтому основная первая процедура идет именно промасливание. Потом идет, называется сведана. Сведана – это пропаривание. У нас не сведана, как пропаривается там, 40-50 минут. Это максимум 10-15 минут, потому что масло, которое начинали с 4 руки, иногда 8 руки делается, иногда 6 руки делается, то это масло должно проникать внутрь и вытаскивать токсин через кожу. Все очень просто. Травяная паровая ванна и ароматические масла расширяют сосуды. Открывают кожные поры и ненужное покидает организм с потом. А те токсины, которые еще остались в теле, будут изгнаны 2 следующими процедурами – басти и веричаном. Они чистят пищеварительную систему с помощью слабительного и клизм. В аюрведе есть 1500 разных приспособлений для подобных потребностей, так что организм будет просто сиять чистотой изнутри. А компенсацией за некоторые неудобства станет дополнительная процедура сарадгара. Потом идет еще дополнительная процедура. Дополнительная процедура, допустим, кого-то мы делаем сарадгара, который тут капывается, эфирные масла, в течение 40 минут, одном из 3. Он хорошо для нервной системы, у кого есть мигрени, у кого проблема мозговое давление. Вот это хорошо устраняется, эта проблема. Когда же с чистками покончено, придет время запустить в организм человека новую живительную энергию. Индусы знают, что в человеческом организме есть невидимые глазу ручейки силы. По ним течет энергия, которую наше тело поглощает с окружающего нас мира. А раздаточными станциями этой энергии являются особенные опорные точки в теле. Если они не активны, энергия не течет через них, застревает и разрушает ближайшие органы тела. Чтобы этого не случалось, нужно эти опорные точки запустить. Мастер это сделает с помощью марма-массажа. А вот вокруг пупка находится 8 марм, 8 энергетических точек. Чему я рассказываю 8 точек энергии? Потому что, когда ребенок внутренне утробный, он соединяется с матерью через
Поэтому все энергетический поток вот тут находится. Это тоже определяется по каждой марме свои четыре пальца. И вот это центр одного марма, который отвечает за поджелудочка. Если у него лежит какая-то обида, если начинает ему будет больно, он начнет плакать. Потому что эта обида через слезы, через мочой начнется уходить. Марма-массаж надо делать очень осторожно, ведь надавливая на некоторые точки, можно не помочь здоровью, а подорвать его. Поэтому техника мармы все время очень тщательно оберегалась от посторонних и передавалась исключительно от мастера ученику. Марма еще, я вам скажу, в Индии знает очень мало людей. И в основном пятерых хорошо знают это марма-терапия. С одного учителя я учу этого марма-терапии. Но Украину могу гордиться, я знаю хорошо, этого вложу эта наука. Истинный мастер, как Виджай Кумар, знает более сотни разных точек. И каждая из них отвечает за свой внутренний орган человека. С помощью массажа можно добавить энергии в уставший орган или наоборот притушить гиперактивный. Даже от того, в каком направлении массажировать точку, зависит результат процедуры. А еще опорные точки служат для диагностики. Сейчас мы можем спросить пациента, какая палец он не имеет. Это значит, это его проблема, тот палец. Потому что каждый палец отвечает с каждого из стихий. Допустим, мы скажем, вот этот палец отвечает за вода, водный знак. Это значит, то, что лимфатическая система, легкие, где именно водные знаки, простаты, все это проблемы вот тут. Вот так легко и просто человеческое тело само подсказывает, что нужно лечить и как нужно лечить. Читать тело как открытую книгу помогает опыт мастеров этой древней науки жизни под названием Аюрведа. Здесь лечат не болезнь, а человека. И этой цели подчинено все, даже воздух должен сопутствовать выздоровлению. И еще это город чего уникальное, потому что то, что воздух поднимается море и уходит, это получается, она себя все забирает плохого и остается тут все хорошее. Вот поэтому Виджай Кумар и избрал для своей клиники Чакрапани город Евпаторию, известную здравницу на берегу ласкового Черного моря. И ждем вас, и приходите на нашу клинику Чакрапани. Наши персоналы вам будут делать молодыми, здоровыми. Будете видеть 20 лет назад отель «Русское море». Мы ждем вас. И эти слова звучат очень искренне, несмотря на смешное произношение нашего индийского друга Виджая. Ему хочется верить. Под заботливыми руками его помощниц хочется побывать. Ведь не могут быть бесполезными процедуры, в которых вложено столько тепла, любви и древней мудрости.